Здорово-здорово, ребята, всем привет. Всем здорово. Да, в суд ездил, да. В суд. Но у меня это суд был, постановление, как бы это суд у меня был по возвращению этих вещдоков. Вот, считай, системный блок у меня забирали и телефон. И этот суд был в мою сторону, то, что мне отдать эти вещдоки. А у меня были куплены билеты уже. Вот, и 15 дней в законную силу должно было войти. Вот, и как бы я не мог. Ну, то есть, либо я жду, когда мне компьютер там 15 дней, то ли я прохерю билеты. И когда тебе забирать тебе свои... Да я сегодня забрал уже системный блок и вот телефон. Можно было сделать стрим на сбор постройки фермы у дяди Юры. И ролики были бы интересны. Никитка, я правда тебе скажу, дружище, ну, можно было бы, я согласен. Да, зритель помог бы, да, конечно. Там. Но я не хочу этого делать, правда. Мне не интересно сейчас эта тема. Почему не интересно, могу объяснить. Ну, потому что это, знаете, это... Как это называется? Ну, то есть, когда ты... Ну, какой-то вот труд есть у тебя, ты помогаешь, трудишься, ну, во благо там, да, кого-то. А это, ну, типа, и для кого-то трудишься, а это как называется? Это называется не перегорело, это называется то, что когда ты занимаешься чем-то, безразличие. Ну да, да, дядя Юрий, может, это не надо. Ну все, я хотел, да, перед ситкой, я это много раз говорил, да, хотел ферму. Да, хотел всех занять, чтобы было какое-то, да, снимать для вас видосы. Но так жизнь повернулась, меня посадили на полгода. Ну, это бесполезно. А сейчас мы приехали там... Там... Ну, такое себе. Мне неохота просто, ёпта. Я, ребят, я тогда с каналом «Хочу пожать ТВ», когда мы с бригадой были, я для себя не жил. И еще сейчас мне еще опять окунуться, после всего происходящего, туда же окунуться. И жить для всех, но только не для себя. И я правду скажу, я живу сейчас не для себя, а для всех. Но только не для себя, ёпт. Ладно, хоть майку себе купил. Ферму надо... Нет, я хотел этот ферму... Я бы сделал, и было бы все. Чтобы... И соседи как бы все прекрасно понимали, отдаленно это было от соседей, загородить там некоторым заборчиком где-то, все было бы охуенно. Да не хочу я мутить дальше, ну правда, пацаны, девчонки, блядь, отвечаю, ну неохота, мне заебало, ну типа, знаете, в чем подвох? Заебало в том, что я как бы собой не занимаюсь, ни своей семьей, там, ни... только чисто все для бригады, это правда, клянусь, за сказанное свое слово, клянусь. Вот, постоянно, у кого-то что-то случится, все, мне звонят, с полиции звонят, у вас там Андрюша, там чего-то, то-то, все-то. Да тут дело не в этом, то, что, типа, для себя или не для себя, блин. Я постоянно кому-то что-то, как, знаете, просто вы мне постоянно пишете то, что я там за счет Васи, там, за счет бригады, что-то. Я перед вами один сижу, что в Таиланде сидел, Вася там квакнет, нахуй, спать идет. Я постоянно один сижу, мне донатят, ну, практически одному, ну, когда я сижу один. Понимаете? А мне постоянно предъявляют за то, что я там на ком-то наживаюсь, на Васе. Сделал видосик, как старый добрый с Гашиком. Не-не-не. Хоть ради вас, хоть ради там. Не, с Гашиком могу, там где-то увидимся. Там, здорово-здорово, как дела, туда-сюда. И все, не более. Там съем какие-то, не. С дядей Юрой будешь снимать? Да тоже не хочу, ребят. Я просто посмотрел, без всяких там каких-то. Этих, вот там хайп, да не нужен мне хайп. Мы просто ехали с Ярика. Мы поехали к Ромашову в Ярик. Поехали назад. Просто заехали к дяде Юре, потому что там по пути. Заехали к нему. Ну, я говорю то, что, как бы, ну, есть у меня там какая-то возможность. Я говорю, ну, давайте там пожать ему что-нибудь, купим по-любому. Вот, пацаны съездили, там Васька с Саньком. Я им карту дал, они съездили, купили там этот, две курицы, масло, там, тушенки, макарон, туда-сюда. Ребят, а что мне с Ромашовым? Я не понимаю, какие вопросы? Вопросы я должен решать был, а не Вася. Васю задел Денис, мать его, оскорблял. Когда Васька просто с ним по телефону разговаривал нормально, он ему говорил то, что ты там...
и все остальное. Вот. Я им Ваську сказал, я говорю, Васек, ну, типа, он, я говорю, ну, понял. Понимаете, он меня также, Ромашов, оскорблял. Я понимаю, конечно, ну, я просто не видел его соперника, ну, правда. Я просто его увидел, блин, ну, я, если бы я Ромашов, ну, потом мне сказали то, что вот я на это, на слабых только лезу. Вот поэтому Васька ему, как бы, и они там и порешали. Гашки ему не так давно, на месяц набирал продуктов, а ты приехал, и он опять с пустым холодильником пропил. Юр, я не знаю, правда. Ну, дядя Юра, ну, кто смотрит там изначально. Дядя Юра, да не пропил, конечно, но они там, там, Любка, Женька, они там вместе, там. Он же один тоже не может, они там вдвоем, что, как говорится, две семьи, два дома. Мне это вообще на это... Дядя Юра как живет, так живет. Я просто приехал для того, вам показать. Вы постоянно меня спрашивали, вот там, вот нам попалась такая возможность. А так бы я, когда мы туда приехали, дядя Юра. Мы ехали назад и заехали. Вот, купили поесть, я подснял там. Я же не снимал на канал. Я снял в телегу, а не на канал. А телега это телега, ёпта. Канал это канал. Контент будет какой-то? Да, будет. Но будет, не, ну, без пьянок, без всяких. Диман все равно с Гашком легенда Ютуба. Да, я согласен, согласен. Да, согласен. Легенда, конечно. Эшли. От нас очень много каналов пошло. От нас пошли моменты, когда начали там деньги раздавать. Очень много потом каналов начало, ну, вот это вот. Это все от нас. Таких каналов, как «Хочу пожать», на Ютубе вообще не было. Дима, бригада теперь в прошлом. Конечно, конечно, ребят. Но бригады нет, конечно. Че? Не, ну так-то показываем. Гашек там, Андрюху показывает там, туда-сюда. Я тут, дядя Юрий там доехал, показывал вам. Пить-то не устал? Да не, Антох не устал.